Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Spaceland. Это лифт в шахтерское поселение. Ух, сколько воспоминаний. Не бывал здесь очень давно. Нам придется долго спускаться на лифте. Закрытое помещение, всем быть начеку. Угу. Кого возьмем в отряд? Ну, наверное... Наверное, вот так сделаем. Ну что, поехали в бой. Спускаемся на лифте. И, мне кажется, наверное, будет на нас нападение. Монстр с дубиной оглушает и временно парализует ваших бойцов. Аптечка инженера способна вернуть оглушенного в бой. Такс, а вот это мне уже не нравится. Оглушенного в бой. Ну-ка, проверим. Так, а теперь... А что теперь? Теперь мы сделаем выстрел. Раз, два. Судя по всему, нам нужно здесь ныкаться. Конец хода. Опа. Спустились с небес. Так, это опять что ли? Нет, это не с дубиной. Это у нас обычный хрюндель, которого нужно вынести. Сразу же причем. Шикарно. Да что ж ты вечно промазываешь-то, а? Ну, здесь прекрасно все получилось. Так, есть у нас одна аптечка и два ящика с патронами. Ну, неужели попал? Конец хода. Ух ты. Два чудика с пушками. 74% попадания. Готов. Так, сколько у тебя патронов? Два. Давай-ка, наверное, встанем сюда поближе. Чтобы, если что, можно было успеть патроны взять. Ох ты. Чудило с дубиной. 100%, да? Угу. Спрячемся сюда. Здесь добивку. Давай-ка сюда встанем. Опа. А патрончики-то закончились? Да как промах-то? Ну-ка, давай-ка сделаем так вот. Мину сюда поставим. А вот туда нам не забросить динамит, к сожалению. А если мы подойдем? Да. Не хватает у меня запала, чтобы бросить. Ну давай, куда ж ты? Твою дивизию. Так, девчуля, нам надо выручать нашего Торвальда. Или как нам лучше сделать? Если я сюда встану в минус. Здесь можем что сделать? Отойти. Стрельнуть. Аптечка у нас одна, так что давай, девочка, залечивай нам Торвальда. Торвальда, такс. Патроны у тебя кончились. Ё-моё. У девчули тоже осталось совсем немножко. Давай-ка, наверное, вот сюда с тобой перебежим. Так, гранату бросать, наверное, пока не буду. Угу. Она выползала-то, господи. Что же нам сделать-то лучше? Хотелось бы, конечно, вот этим, наверное, шмальнуть сюда. А этот еще выжил, да? Получай. Так, у тебя всего один снаряд. И очень мало здоровья. Давай я, наверное, вот сюда встану. Так, пропускаем ход. Да что ж ты будешь делать? Сколько вас, а? Если я, например... Не получается. Значит, придется так делать. В минус. Так, и нужно будет нам патроны взять. Здесь, кстати, то же самое. Патроны абсолютно кончились. Если он возьмет очередью, бомбанет. И еще раз. Нормуль. Так, у девчули патронов нету. И у Торвальда осталось тоже немножко совсем.
Ну-ка. Замечательно. Так, девчуля, бери. А Турвальд, если что, пойдет у нас вот здесь, поднимет. Конец хода. Ага, вот так вот. Турвальд, иди сюда. Замечательно. Так, этот охламон в минус. Нам кому-нибудь подлечиться нужно? Да вроде пока нет. Пока вроде бы нет. Стоим здесь. Конец хода. Давай, давай, разбегайся. Ага. Как говорится, вот и минка пригодилась. Конец хода. Слушай, это когда-нибудь закончится или нет? Хм. Не понял юмора. Ладно, это выруби, наверное. А здесь ты сфигали так жестко. Так, подойди-ка, наверное, вот сюда вот. Рядом с аптечкой постой. Один патрончик остался всего лишь. Этого в минус. Допустим, так. Подхиливаемся. Сюда спрячемся. Твою налево. Патроны кончились. И здесь кончились. Стоп, стоп. Ага, ящик выпал. Пам-пам-пам. Кому нам бежать? Наверное, этого отправим. А здесь у нас что? Есть клинок, в принципе. Ну, нет другого варианта, ребят. Вот приходится в рукопашку уже драться. Так, девчуля может знать, что сделать. Пока временно их заморозить. Конец хода. Ох. Твою же налево. Слушай, вам не кажется, что это перебор? У меня элементарно просто не хватит. Не хватит зарядов. Вот такая вот петрушка получается. Конец хода. Они еще бегут так далеко. Зашибись. Так. Ну вот как здесь сделать? Допустим, этих я заморожу. Этого в минус. Ну этого тоже, например, уничтожим, да? А, девчуля-то что у нас тут? Контролирует цель. А фиг ли мне от этого контроля? Мне ни холодно, ни жарко. Вырубили. Так, прячемся сюда. Девчулю убираем сюда. Кто это такой у нас вообще? Дрон. Все, ребята, мы успели все-таки, выжили. Но одного потеряли. Причем так нелепо, да? Опа. Спускаемся вниз. Ну что же, поползли на лифте.
Вы вступили в наше владение. Готовьтесь к худшему. Красный мутант? Так вот где их логово. Что эти монстры делают в поселении шахтеров? Мы с Джимом разведаем обстановку. Большим отрядом тут лучше не ходить. Ты хочешь сказать, что пойдет только... Что это за чертовщина? Тут проросло какое-то кристаллическое растение. Подкараулим его, когда оно раскроется, и тогда зададим перцу из всех стволов. Плеватель неуязвим в ваш ход. Используйте режим контратаки, чтобы поразить его, когда он начнет стрелять в свой ход. В свой ход. Ну-ка. Сделаем так. И вот сюда. Пропускаем. Отлично. Погнали. Так, я вижу здесь... Ага, блин, ну вас вот только тут не хватало. Вырубили. Идем сюда. Ты пойдешь сюда. Надо будет каждую гадюку эту валить. Она плюет, смотри, мы с тобой здесь были, да? И она плюет как раз, где мы раньше стояли. Понял, как это работает. Так, если я сюда вот, например, подойду, сделаю так. А вот тут... Как тут сделать лучше? Она вырубить просто, да? И перейти сюда. Твою налево так прицепилась, ты посмотри. Тут вырубил, красавчик. Так, давай так сделаем. Ну и все, пока. Следующие врата у нас. Конец хода. Уничтожьте всех плевателей. Вот у нас какое, оказывается, задание. Всех плевателей нужно бомбануть. 7 штук. Так, 3 еще уничтожили. Переходим сюда. Что у нас тут? Ага, платформы. Блин, там плеватель стоит. Что будем делать? Так, патроны у тебя вот нету, надо брать. Конец хода. Оу. Так, понятно. Не успел убрать, как говорится, получай звездюлей, да? Так, ладно. Не достаю. Сюда надо подойти. Ну еще вас тут, блин. Как быть? Давай-ка я, наверное, встану сюда. И вот сюда. Так, пускай они тут бомбят пока. Минус. Так, перейдем сюда. А вот этот я не знаю, куда будет плевать. Ну, встану сюда, к примеру. Да куда ты, блин, а? Так, у тебя мало патронов. Дай-ка я сделаю вот так, наверное. А ты у меня пойдешь сюда. Нам еще патрон нужно взять. Ё-моё. Ты глянь, кто там стоит у нас. Так, что бы нам тут сделать? Как бы нам сделать? Слушай, нам, наверное, нужно отойти. Нет! Отойди оттуда, сейчас же этот гаденыш пойдет. Так, пойду-ка я перебегу сюда. Посмотрим, куда он сейчас пойдет, за кем. Понял. Это плевалка, блин, доставучая. Так, и мы отсюда попадем по нему? На изи разобрали. Так, сваливаем нафиг. Угу. А вот тебе-то кто сюда звал, а? Скажи-ка мне на милость.
Допустим, я сделаю так. Аптечка нужна кому? Ну, как бы, в принципе, всем нужна. Промахнулся. Красавчик. Да что ж ты... Теперь понятно, кому нужна аптечка. Так, надо стоять в разных местах, чтобы эта гадюка... Куда она сейчас будет плевать? Сюда. Значит, делаем с тобой следующим. Так. Угу. Будем как раз попадать. Шваркнули. Так, ну что у нас тут? О, подожди-ка, это что такое? Это же можно подобрать, насколько я помню. А, все, да? Уже не подобрать. Печалька. Еще и место освободил, блин, для этих вот упырей. Открываем. Хм. Конец хода. О, раз. Иди отсюда. Сколько тебе патронов там осталось? 3. Подожди-ка, как мне тут сделать? Эта гадость, наверное, будет стрелять уже, мне кажется. Фиг ее знает. Ну-ка, например, так. Зачем я это сделал? Скажи мне на милость. М? Благо граната есть. Я уж не знаю, что у нас сейчас получится. Если я перебегу сюда, спрячусь, а этим пареньком мы сделаем с тобой... Трындец. Уже ничего не сделаем. Так, иди сюда. Пропускаем ход. Да как ты попадаешь-то? Я не понял. К примеру. Почему тебе не хватает? Не врублюсь я. Ох. А я и не знал, что здесь еще эта пакость стоит. Прикинь. Просто не знал. Почему ты не хочешь делать... А, у тебя патронов нету, господи. У него нет патронов. Я думаю, че он не может контратаковать-то? А кто же сможет без патронов-то? Тут, конечно, я сам лопухнулся. Ничего не скажешь. Ладно, наша задача главное уничтожить вот этих ханориков, да? По-моему, не достаю. А если здесь? Так, теперь попробуем эту гадость уничтожить. Но вначале, мне кажется, надо вот этого хлопнуть. Еще творит. Перебежали. Нет. Не хватает. А сюда? Вот так будет другое дело. Направляйтесь к выходу. Попробуем. Да иди ты, блин, вылез. Блин, герой покинул уровень, да. Нечаянно мы с тобой одного-то потеряли. По глупости, по моей. Ну, зато прошли. Так-с. Святые копатели, да что же это делается? Судя по всему, эти монстры — мутировавшие шахтеры.
Но мы же работали тут многие годы, и ничего не происходило. Да я здоров как бык. Или у тебя выработался иммунитет, нужно все это тщательно исследовать. Докладываю, с одного из мутантов я снял генератор энергощита, и это поможет нам в бою. Маркус установил в свой костюм систему энергощита и может активировать ее для поглощения урона в опасных ситуациях. Вот такие пироги. Так, это мы с тобой двигаемся сюда куда-то. А если я здесь зайду? Это магазинчик старого Бо. Он любил коллекционировать всякие пушки. Думаю, это ему уже не пригодится. В мастерской появились новые виды экипировки. Так, 700 стоит. Мощный гранатомет. Плюс 10 к урону. Урон по соседям 60%. Создадим. Так. Это же пушка, да, стоит? Окей. Торвальд, что-то хочет поговорить? Или нет? Не хочет. Ладно, у него брони нету, к сожалению. Малого оружия тоже нету. Это стоит 600. 15 крону. Угу. Так, а у нас есть лучше? Конечно, есть. Твою же налево. Так, динамит. Изучаем. Здесь изучаем. Или что там у нас? Изучено уже, да? Тут не хватает. И здесь не хватает, к сожалению. Ладно, погнали. Вы пришли и пожалеете. Вы в западне, вы умрете здесь. Пророчество сбудется. Эти мутанты еще и одержимые. Что здесь произошло? Капитан Артега наверняка в дальних пещерах. Нам нужно проследить за этими красногривами. Мутанты открыли все вентили, температура в пещере растет. Тогда не будем терять ни минуты. Только не говорите, что эта миссия сейчас будет на время. Не хочу на время. Эти метели управляют лавовыми шлюзами. Нужно перекрыть их все. Используйте щит пулеметчика и затем телепортируйтесь на мину, чтобы поглотить урон и безопасно перекрыть гейзеры вентилем. Так, ну что, мне нужно, значит, сделать... Так. И вот так получается. Перекрыть вентиль. Окей. Побежали. Так, тут еще одна пакость. А здесь, как всегда, повылазит, да, ушлепки. А если я сделаю похитрее? Ну, вот так, к примеру. Ха. Давай-ка вот этого уничтожим. Так, ну здесь явно мне не пройти. Пойдем, наверное, сюда, шиманемся. О, это что такое? Так, ладно, ход врага. Бежит, блин, с дубинушкой. На перевес, да, получается? Ну, если, например, встану сюда, здесь вот так сделаем. Контрольку. И сюда. Тоже контрольку. Посмотрим. Ха, этот сгорел. Подожди, а как узнать? Ну, тут я вижу, что будет. Пламя, например, да? Вот он, вентиль. Слушай, ну подожди, а как мне узнать? Все, вижу, вижу, вижу. Вижу, здесь вот загорается, раскочегаривается, так скажем, да? А значит, мы сюда идем. Так, если я сюда перейду. Эх, не хватает мне на выстрел. А если сюда? Скудненько получилось, ладно. А что это он убежал-то? Так, погоди, а здесь?
Ладно, например, сюда и сюда. Блин, здесь-то как? Сюда, наверное, спрячемся пока. А здесь вот сюда встанем. Ну, на всякий случай просто поставлю сюда. Здесь отойдем. Попал все-таки, зараза, а? О, у нас еще успеть за определенное количество раундов надо. Я тут бегаю. Так, девчули, давай. Все потухло. Здесь именно, да? Так, патроны. А вот эта штука, ее нужно уничтожать или нет? Перекройте вентили. Так, а где-то еще у нас должны, получается, быть. Да куда ты побежал? Я думал, что девчуля будет идти. Ладно, фиг с ним, с этим ушлепком, который там стоит у нас. Давай выходить отсюда. Следующий, по ходу дела, у нас будет вентиль там находиться. Так, давай-ка, девочка, возьми патроны. Раз уж мы отсюда уходим. Блин, а у этого тоже патронов нету. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Твою налево. Там еще и хрень стоит какая-то, прикинь. Так, стоп. Насколько я понимаю, что вот когда начинает вот это дымиться, это значит... Скоро будет подгорать, да? А, там еще и этот плевун. Так, стоп. Я встаю сюда. Красиво. Так, нам можно вот сюда перебежать. Ладно, эти пускай... А что, пускай стоят здесь. Так, перекроем вентиль. Возьмем патроны. А эти у меня пойдут вот сюда. Сколько еще вентилей нужно? Еще один. Еще один. Так, беги сюда. Убегаем. Тут вот непонятно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фига вас тут. Вопрос другой. Так, он же у нас может телепортироваться? Я уже не помню. Или у нас больше телепорта нету? Есть. Нет, у нас есть только щит. Телепорта нету, к сожалению. Раз, два. Значит, сюда могу спокойненько встать. Как-то так. Раз, два. Ну да, получается так. Девчули сейчас его со спины уничтожат. Воу, воу, воу. Да у вас тут целая группа, блин. А этот пошел сюда. Хитро. Нормально. Так, а если я... Раз, 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 два. Он же только по прямой ходит, да? Как он вообще ходит? Раз, два. Ну, пока я могу вот сюда вот встать. Там, наверное, максимальное. Раз, два. Вот сюда. Так, девчуля. Так, автоматчик. Пулеметчик, точнее, встанет сюда. Сейчас посмотрим. Он же делает два хода. На атаку ему не хватает. Я, значит, прав был. Значит, спокойно можем перейти сюда и стрельнуть. Так, точно. Здесь то же самое. Погоди. А вентилятор-то где? Ну, этот вентиль, я что-то не понял.
Отлично. Стоп. Фу, нет, это был... Вот здесь, что ли, пропустили? Да ну нафиг. Или... А, подожди, вот здесь еще что-то есть. Фух. Отлично. Так, направляйся к выходу. Так, девчуля, давай иди сюда. Ты можешь, в принципе, выбегать уже. Так, хватаем. А я уже думал, что все, ребята, потеряли мы с вами где-то один из этих клапанов. Но, слава богу, все нормально. Прошли. Отлично, причем прошли. И давай двигаться дальше, смотреть, что у нас тут. Еще ниже куда-то идем. Нафигеть. Дальше мутантов будет еще больше. Нужно раздобыть огневую поддержку. В этих пещерах остался старый шагоход. Я работал на таком многие годы. Попробую добраться до него. Надеюсь, не заблужусь, как в прошлый раз. Хе-хе. Так, мы будем играть, видимо, одним Турвальдом сейчас. Пора использовать старые запасы моих симуляторов. И чего же я не подумал про это раньше? Стимулятор Турвальда добавит вам очки действия и позволит преодолеть больше расстояния. Используйте его в середине пути, чтобы прорваться через ряд гейзеров. Ряд гейзеров. То есть, получается, сюда идем. Так. Ага. Перекрываем. А нафига мы перекрыли? Мы же туда-обратно не пойдем, я думаю, да? Тихо ты, гадость. Так, бежим. А что у нас тут? Блин, а тут неприятности. Давай так вот сделаем. Да ну нафиг. Плохой был вариант так делать. Потому что мы сами себя ранили таким образом. Так, надо двигаться тогда, получается, аккуратненько вообще. О, видишь? Да хорош ты, блин! Да, ребят. Фигово. Жизни уже вообще практически нету. Сюда можешь сходить. И сразу же пакость нам на пути встает, а? Трындец. Так, тихонько. И что тут? О, аптечка. Аптечка, друзья мои, 50. Фулл хп. Теперь, блин, беда с патронами. Так, это у нас что? Это у нас динамит лежит. Это у нас лежит динамит. Так, а мы можем вот так, наверное, сделать. И заберем динамит. Что-то ход врага слишком долго как-то был ход врага. Неужели тут какая-то пакость у нас? Ну-ка. Замечательно. А вдруг этот динамит мне нужен был, а? А я его потратил. А вон, кстати, патрончики у нас лежат. Наверное, надо взять все-таки их. Потому что потом возвращаться манал я. Так, что, потихоньку? Потихоньку и щемимся сами. Сломя голову, да? Вот. Вылезла пакость. Мне действительно надо по чуть-чуть здесь ходить. Так, открывается территория у нас. Сейчас будем сюда заходить. Опа. Стимулятор. Она ведь, наверное, догонит меня. А если еще дальше отбежим? Все эти крышка. Так, и патроны мы видим там. Там у нас лежат. Но, слава богу, у нас здесь нет ограничений в плане ходов. Давай-ка я, знаешь, что сделаю?
Ну ты понял, да? Здесь можем тоже спокойненько постоять. Вылазит. Отходим. А вот теперь нужно за патроном бежать. Окей. А куда тут вообще идти-то? А, блин, подожди. Тут тоже какие-то ворота у нас маленькие. Ладно, я пойду, наверное, сюда скажу. Пока. Нафиг, лучше пропустить ход. Вроде чисто. Ага. Чисто. Ой-ой-ой. Трындец, и чё? Так, взорвали. Там аптечка. Аптечка мне пока нафиг не нужна, в принципе. А вот это что такое? А, вот, открываем врата. Слушай, или все-таки взять аптечку? Ну, ты видишь, там пока стоит. Сейчас мы кое-что сделаем по-другому. Вылазит. Бомбим. Лечимся. А патрончики бы тоже нужны были, кстати, нам. Сколько у меня? У меня 2 патрона осталось. Сюда пройти. Как сделать лучше? Есть одна задумка. Вылази. Хм. А так? Так, если я подойду еще на шаг ближе, она вылезет, интересно, или нет? Не вылазит. Так, здесь пакость. По стеночке, да? Так, пропустим ход. Ох, патроны. Слушай, ну раз есть патроны здесь, значит вот эту вот пакость надо убить. Наверное. Как ты считаешь? Можно было бы, конечно, тут и пройти, на самом-то деле. Вот здесь вот. И она бы ничего нам не сделала, в принципе. Ну, просто патроны надо было. Мне жалко было оставлять там один патрон в патроннике. Пропустим. Нафиг тут эти. Опа! Твою. И как? Нет. Нет, блин. Вы сейчас специально, да? А эта пещера еще не уничтожается, верно? Так, а это еще кто? Ой. А как мне тут? И динамита нету. А вот динамит-то здесь бы как раз пригодился, ребята. Да куда ж ты назад-то? Ну все, короче, крышка мне. Или все-таки не крышка? А, это же роботоход, ё-моё. Фух. Мы дошли. Я думал, что это босс, блин. Ну, зашибись, сейчас еще с Босяцким драться. Нет, успели все-таки мы пройти здесь. Шагоход отлично работает. Можно выдвигаться дальше. Маркус, Терра засекла ваши маячки. Срочно выдвигайтесь по моим координатам. Ура, это капитан Артега, мы нашли ее. Капитан Артега? Это... А, я думал, что это мужик, а это просто девчуля. Так, ну что, друзья мои, давайте мы с вами, наверное, на этой ноте закончим сегодняшнюю серию. Но обязательно увидимся уже в следующей и продолжим играть. Будем помогать спасать капитана Артегу, наверное. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.